Ходим сейчас шорохом, гуляем по лесу. А тут вот такие здоровые пчелы, оказывается, живут. А там снизу типа дупла. Я решил шороха подманить. Да, шорох, скажи? Хозяин чуть не начудил, взял еще, постучал по дереву, еле ноги оттуда унесли. Шорох-то, ладно, маленький, они его в последнюю очередь заметили. За мной все полетели. Вот так вот тут шершни, оказывается, живут. Чуть-чуть мы не отхватили. Думаю, было бы не очень приятно. Меня кусали несколько раз всего. А пошли мы шорохом посмотреть, где мы будем охотить пушных животных, да? Выпало нам на пушных животных. В этом году первый раз за 5 лет есть планы сделать приваду и лис ночью там попробовать покараулить. Не знаю, что из этого у нас получится, не получится, но место идем приглядываем. Не особо далеко от деревни, чтобы было. Как-то вот так вот. Всем здравствуйте. Вон рогатый козлик уходит. Там еще один, или коза, или козел. Не знаю. Вот грибы у меня есть. Вон ворон ходит. Сейчас попробую вот в березке влево уйти. И в манок пискнуть. Или вот до сюда, наверное, дойду. Видно будет, среагирует он или нет. Ветер, ветер, ветер. Ветер от него. Коза-то смотрит, а козел ноль эмоций вроде. А нет, тоже смотрит. Ладно. Мне из-за травы не видать. Пока ходил, пробовал манить. Ворон у меня весь подсолнух съел. Да, ворон? Че, доволен? Думаю, зачем он ему? Он его не будет кушать. Взял, бросил. Теперь будем без подсолнуха. Ворон семечки пощелкал. В общем, нифига я с ветром-то не угадал. Он крутит, как этот. Ровно от меня дул. Она чуть подбежала ко мне из-за травы. Плохо было в камеру видно. Она фокусировалась на близлежащих на травинках. В общем, почуяли они меня. И вместе с козлом убежали. Как-то вот так вот. Доволен? Доволен. Вот тут по краю леса, в общем, такие признаки. Целая тропа. И где-то вон там впереди, в кустиках, в общем, шел. Один или два, может, эти же, которые от меня убежали. Не знаю. Манок будто. Я думаю, что козел.
уже половина пятого. Еще видел пару. Друг дружку прогнали. Вот Лешка лосиная. Травка вон туда вроде замята. И туда какая-то есть. Ветер вот так вот от меня дует. Пойду в ту сторону попробую поманить. Может что получится. Может не получится. Ветер крутит. Вообще крутит. Сейчас мне в лицо дует. А ворона он привязывал. Может, лось здесь как раз. Это разворачивается вообще чуть ли не в спину. Не знаю, что получится. В общем, пошел. Вот козочка. Может, еще и козел где есть рядом. Сяду, посижу. Это не козочка, это козленок, оказывается. Увидел меня. Значит, мама у него что? Значит, мама у него загулялась. Не буду шевелиться, сидеть. Может где-то кто-то рядом есть. Вот козел козу гонит. В общем, они вот тут вот убежали. Вот так вот вон я ворона за кустом привязал. И на второй круг он уже. Или это что ли две козы? Забежали-то они туда. Непонятно-то. Коза убежала в эту проушину. Козел развернулся, сюда зашел. И вот тут-то коня маленько. Где он у меня вор? Вон он. Он бежал сам по себе туда. Я рассчитывал. Что это они и есть. Сейчас постою, подожду. Может уже коза козла гоняет. Нифига, вон он, козел пошел домой. По следу идет. Справа лает. Сейчас поеду вправо тогда. Вдруг это тот, у которого супер рожки. Вот здесь тогда я не знаю, две козы, наверное, бежала. Потому что козел вот сейчас с левого леса отсюда пошел. Ладно. Поедем мы дальше. Это коза, я думал, козел. Опять хотел сказать, застал нас врасплох. Она нас видела.
А этот тоже назад взял, вышел. Всю картину испортил. В общем, вот так вот казают. А за козой-то он идет, козел, короче. Все за маленьким кустиком стоит. За куста не может выйти. Рака бы разглядеть. А ворон сильно там шумит. Коса у него. Травища он какая высоченная. Высоте рога небольшие. Сейчас, наверное, ворона оставлю где-нибудь здесь, пешком прогуляюсь. Ну, а ворон опять из-за куста там он вышел. На краю он там куста стоит, жует. Может, он его за козла воспримет. За соперника. Где-то вот коза сбоку, вот коза. Сейчас на меня среагировал.
показывает, что он ест и ворон ест. Пока понаблюдаем. Может, он его за лося воспринимает. Любовь, наверное, должна уже начаться, мы им мешаем. Сейчас целоваться будут. Побежали. Спрятались, в общем, в кусты. Там им интереснее.